Привет, вы на канале Семьи Назаровых. Привет. Мы хотим сегодня сделать картину. Вот у нас есть. О, мама! Да, рамка от картины. Привет. Вот такая вот. И бумага. Это самоклеящаяся бумага. Так, сейчас мы попробуем сделать фон для нашей картины. Давайте попробуем. Выбираем бумагу, защитный слой. Вот так вот осторожненько, чтобы у нас никуда не приклеилось ничего. Так, минутку. Маша, вот так приподними за край. Теперь давай положим сюда. Вот. Так, минутку. Давайте мы положим сразу раму. Рама. Так, осторожненько, чтобы все было ровненько у нас. Так, вот так прикрепим. А будем мы не рисовать, а точить, а при помощи восковых мелков, самых разноцветных восковых мелков, покажи, Маш, будем точить, что у нас получится. Я думаю, что получится очень красиво. Вот так, смотрите. Вот как у нас падает карандаш. Получается такое. Вот, Маша, как тут? Вот. Такая получается картина. Как это? Опилки, стружки от карандаша очень ложатся красиво. Тебе надо? Ты будешь точить? Мама. Мама будет? Давай, ты будешь? На, давай, точи вот сюда. Вот давай, Коля, подвинь немножко. Так, вот у нас есть куча целых восковых карандашей старых. Вот они все у нас поломанные. Мы их и будем точить. Мама. Мама, на вот тебе. Где твой? Держи. Точилка твоя? Какой тебе цвет дать? Черный дать? Держи черный цвет. Давай. Не рисовай там, Коль. Давай попробуем. Как у Коли точилка точит, посмотрим. Вот она как. Смотри, какие стружки красивые получаются. А у меня она совсем не точит. Ну, держи вот. Какую тебе дать? Мою возьми. У меня хорошо получается. Ладно. О, красный пошел. Смотрите, красный как красиво падает. Ой, красота, красота какая. Коля, что дать? Тебе дать? Держи. Как? Ты умеешь точить карандаш, Коль? Умеешь? Давай, как Коля точит? Покажи маме. Эй, у меня классный мебеличек. Ты возьми вот эти мелкие, они лучше осыпаются. Вот как получается красиво. На бумагу они сразу липнут. Сразу у нас картина получается. Никакая не картина, просто опилки. Просто собрание опилков тут. Эти мелки, они крошатся получше, чем разные мелки. По-разному рисуют и по-разному крошатся. О, тут вообще мелкое получается, Коля. Давай. Ой, Коля, как у тебя получается красиво, да? И у Маши красиво получается. Давайте посмотрим, что у нас получается. Так, тебе какой цвет дать другой? На, вот это попробуй. Стала и приглашаем в новые дома. Вот что ли? Вот как получается, да. У нас много восковых мелков. Смотри, как у мамы, смотри. Вот эта точилка крупная, хорошая. И карандаши какие острые получаются. Ты пальчиком смахивай.
На, держи, Коль. Вот это тебе. Синий тебе, да? На, держи вот. Там не будет рисовать. Держи точилку. Это классно. Давай, крути. Немножко расправим. Вот такая радуга получается, да? Вот, давайте зеленый попробуем. Еще доделать. Которого света не хватает, вы добавляете, ладно? Хорошо. Мама! Ой, как красиво, смотри у мамы. Смотри, какой цвет красивый. А если размазываешь, он крошится. Мама, смотри. И полностью получается такой это. Ух ты, у Маши оранжевый. Оранжевый. А Коля круги рисует. Молодец. Машину хочет нарисовать. Угу. Так, это тоже тяжело точить карандаш. Желтый нам нужен, да? Ну, все. Коричневый у нас еще есть. Коричневый. Здесь хочешь взять? Ну, что-то получается, Даша, как он? Получается у нас что-нибудь? Ну, ничего не получается, просто ладуга. Мне кажется, красиво получается. Да, просто ладуга. А мне кажется, необыкновенная, чудесная радуга. Ладно, ладно, необыкновенная. Ложки. Меня. Возьми желтенький, вот тут красивый. Меня тоже. Яичневый цвет пошел. Здесь вот тоже. Мама. Лучше все уберем. Могли еще согнать, все так хорошо клеится на нее. Нужно крупное, а потом так, где есть фиолетовый? Вот фиолетовый. О, можешь высыпать воду, Маша. Сколько стружек? Вот. Будешь высыпать? Давай, высыпай. Это у нас был стол. Вот так. Целое это. Теперь попробуй размазать. Она рассыпается и вся клеится. Слышу. Не хочешь вот этот взять? Он уже почищенный. Нет. Вместе покажи, покажи ребятам, покажи. Красный и желтый решила Маша вместе заточить. Чтобы получился. Мама! С коричневым прибавим. Да, эти карандаши хуже точатся. Новые они. Мама! Больше воск. Пальчиком приклею вот так. Опа! Ты покажи, как будешь высыпать. Угу. Теперь приклей пальчиком. Не сейчас высыпать. Вот, молодец, Коля, давай. Мама. Скажешь, когда соберешься высыпать. Мама. Хорошо? Хорошо. Что у нас? Мама! Выйдет. Да, да, вот. В самом деле. Рисуй. Давай. Ну, Коля рисует. Коля применяет восковые карандаши по назначению. Он рисует у нас круги, линии, да? Это ты машинки рисуешь, да, Коль? И какой там еще красивый есть цвет. Голубенький. Эти карандаши лучше крошатся. Они, наверное... старенькие из-за этого, поэтому лучше крошится, да? Старенькие. Мама, старенькие, лаваренькие. Давай, мама тоже голубой попробует. Нет. У меня вон тут.
тоже стружка получается. Мама! Что, Конь? Смотри, смотри, как красиво. Ты будешь высыпать? Давай, высыпай. Возьми их к себе и поставь рядышком. Мы убили там. Коля, высыпай сюда. Вот так, так, вот так. А хочешь поточить? Хочешь карандашик поточить? Еще тебе поточить? Вот, давай пальчиком будем приминать вот это. Давай. Да, вот еще наберем синего красивого голубого цвета. Да. Вот как красиво. Вот еще. Будь здоров. Мама. Па. Некоторые карандаши крошатся, а некоторые остаются такими же. А где голубенький? Вот голубенький есть, Маша. Нет, мне нужен по-другому карандаш. Ой, синенький подойдет. Да, мама. А, да, держи, держи, да. Вот тут еще есть. Давай, вот. Мама. Вот так. Давай приминать будем вот так вот пальчиком. Мне так хочется посмотреть, что у нас у Маши получилось, получится, когда она высыпет целую свою. Эй, пока не... Не буду, не буду. У нее там целая колбочка вот этих стружек очень красиво лежит. Не бойся, я без тебя ничего не сделаю. Как у тебя все высыпется, так хочется посмотреть. Не получится. Такая настоящая ладуга. Вот опять синий цвет, он так прекрасен. Так прекрасен синий цвет. Давай, Коль, синий цвет вот сюда. Смотри, Коль, будешь высыпать? А где папа? Ой, смотрите, как ложится красиво. Надежи. Да, я вытащу карандашик. Держи осторожненько, держи. И вот сюда. Ох ты, молодец. Ой. Так, давайте вот так вот. А малыш? Малыш у нас уснул. Коль, давай пальчиком вот так вот сделаем, давай. Мама. Не хочешь? Ну ладно. А если сделать вот так? Только не представляешь, как будешь. Ну что, все, будешь высыпать? Нет, у пока. Тебя будет переливаться иначе. Давай, вот здесь много места, сюда высыпай. Маша будет высыпать свою красоту. Давайте Мама! Посмотрим. Да. Сколько высыплю? Чуть-чуть. Давай, так. Высыпай вот сюда свою красоту. Вот как у нее получилось. Ух ты, вот, смотрите, как красиво, да? Вот сюда давай размажем. Все у нас хорошо клеится. Ага. Ой, красота держу такая. Мама, держу мама. Что, не глядите? Сейчас я по-новому сделаю красоту. Давай, вот как красиво. Мама. Вот какая красивая куча. Мама! Мама! Еще в эту кучу не хватает одного света. Все, мы договорились, что мы последнее делаем. Вот так вот мы сделаем. Давай, вот смотрите, мама, как красиво. Зеленый. Это мы убираем это лишнее, нам это не надо, высыпем все. И что у нас получилось? Ба-бам! Мне кажется, получилось... Мама, зеленый. Очень даже красивый. Ну, сыпь свой зеленый. Давай, все, зеленый свой. И теперь попробуем... Еще срисовать. Ой, так, наверное, вот так. Вот так вот, наверное, да?
Очень ярко, очень красиво. Так, вот результат нашего труда. По-моему, очень красивая картина получилась. Вот, яркая такая, симпатичная. Это остатки стружек. Вот наши карандаши. Поточенные, все такие остренькие получились. Ну все, пока-пока. Не забывайте подписываться на наш канал. Пока.